Кого ты тебе? Кусочек. Да. Известный поэт современности Андрей Деметьев и его супруга Анна Пугач посетили Башкоспедуниверситет. И эта встреча не случайна. На протяжении многих лет поэт был связан с профессией педагога. Даже сейчас Андрей Дмитриевич с благодарностью вспоминает о своих учителях. У нас была учительница литературы Нина Николаевна Павленко. Она только институт кончила, но там разница была в 4-5 годах между нами. Вот она организовала кружок. Такой литературный кружок в школе у нас. Вот я учился тогда в 10 классе. И вот десятиклассники, она нас преподавала. Мы все ходили в этот кружок. Некоторые стали совсем другими профессиями заниматься, естественно. Один у нас стал ученый-атомщик, лауреат премии, Герой социалистического труда и так далее. Вот второй выучил 9 языков. Володя Макаров стал ректором института, доктором наук и так далее. Вот там строители знаменитые, все. Я один только поэт оказался из нашего класса. Вот, но она была моим первым учителем. Она приучала нас и как-то вот нас вдохновляла на литературу. Представить жизнь без телевидения Андрей Дмитриевич не может. Многие годы был ведущим многих интересных программ, таких как «Народ хочет знать», «Добрый вечер, Москва». Работал поэт и журналистом-корреспондентом, радиоведущим и редактором журнала «Юность». Андрей Деметьев – автор более 40 поэтических сборников и некоторые произведения прочел наизусть. «Я люблю нашу землю, нет на свете родней, ничего не принаймлю, что не нравится ей. И поэтому, может, я в любимцах ее, каждый день, что был прожит, прожит был для нее. Потому однозначно я в любимцах ее, каждый день, что был прожит, прожит был для нее. Потому однозначно я не чувствую лет, что дарю, а не трачу. Вот и весь мой секрет». Оставить известного автора без вопросов и добрых пожеланий было невозможно. Чувство благодарности за встречу и за полученные автографы от Андрея Деметьева позволит студентам и преподавателям БКПУ надолго запомнить этот день.